Все теплоэлектростанции страны готовы к отопительному сезону. Об этом сегодня на брифинге в правительстве сообщил вице-министр энергетики. По словам Сунгата Есимханова, электропроизводители ведут подготовку к осенне-зимнему периоду согласно утвержденному графику. На ряде станций проведен капитальный ремонт основного оборудования. На сегодня обновлены 5 электроблоков, 40 котлов и 23 турбины. Работы продолжаются, своевременное их завершение на строгом контроле компетентных ведомств. По электрическим сетям также ведутся соответствующие ремонтные работы. На сегодня завершено 84%. Ремонт остальных продолжается по графику. Имеется более 1000 подстанций. 1152 отремонтировано, то есть 94%.